Что это за черная кошка такая? Следующее хорошо знакомое вам упражнение. Приготовьтесь. Начали! Буба из Одессы, здрасте. Ну-с, дорогие граждане-уголовнички, приступим к делу. Ну, здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Начальник отдела по борьбе с бандитизмом. С бандитизмом, понимаете? Каждая деталь, каждая мелочь в фильме очень важна. Да, гладко рассказывай. Хлеб достали специально с тех годов, специально для нас пекли его, заплатили 256 гривен, но того стоило. Смотрите, вот, видишь? Ты получишь жену щи варить. Я гражданин советский, я буду жаловаться. Указ 7-8 шьешь, начальник. Ну, комиссар такие должен был, красный. Гламурная девушка с шикарным автомобилем. Что может быть лучше, когда девушка гламурный автомобиль? Сбать свечей. Смекаешь рыбу? Ну, конечно. Боже, я сегодня так быстро настроил. Да. Все. А еще? Да. Я буду свистеть. Значит, первый свисток – это нажать побежать. Второй свисток – это выбежать. Из ада, да? Пиротехники курят. Какого взрывоопасных предметов. Армстронг, давай!
сейчас всем спать. Немедленно. Мурга, ты мой муреночек. Мурга, ты мой котеночек. Мурга, Маруся Климова, прости, люби. Мава, прости, люби.